Вітаю вас у ефірі новини Вітебської області, у студії Артур Смоляков. Аграрии Витебской области приступают до посевной. Хоть звичайный сеуба зерневых начинается у 10-х числах красовика, сегодня первая в якости эксперименту на поле выехала техника господарок Глыбоцкого и Докшицкого района. Усяго в области плануется посеять свыше 200 тысяч гектаров яровых и зернебобовых культур. Под кукурузу будет отдадено больше 90 тысяч гектаров, площу каля 4 тысяч засеять бульбой. Насенным фондом в область обеспечена полностью. Зараз активно ведется нарыхтовка минеральных туков, поведомили у облсельгасхарчи. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко разглядел кадровые пытания. Он дал сгоду на призначение ректором Витебского державного ордена дружбы народу медицинского университета профессора Анатолия Счастного. Он узначаливает науково-практичный центр хирургии печени и подстравниковой залозы на базе Витебской областной клиничной больницы. Наместником министра спорта и туризма Республики Беларусь стал Михаил Портной. Дагэтуль он узначаливал Витебский городский совет депутатов. У Витебском доме-интернате для состарелых урочисто вручили юбилейные медали 70 год перемоги в Великой Отечественной войне. Узнагороду достойны 40 человек, сярод их удельники боевых деяний на фронтах Великой Айчинной, жыхары блокадного Ленинграда и малолетние вязни фашистских концлагеров. Каб церемония узнагороджения надолго засталась у памяти вызволенцев, школьники организовали концерт. Ветераны отримали веншевальные листы от Белорусского фонду миру. За этими наградами героизм этих людей. Их подвиг как в военное время, так и в гражданское, потому что восстановление разрушенного хозяйства – это тоже своего рода подвиг. Трудно сказать словами, что это за война была. Подполковник Сидорчук, он нас настраивал за матерей, за братьев, сестер. Не только огнем, бей штыком, гранатой, кулаком, уничтожай немецкого фашиста. Усяго у Витебской области до узнагороджения юбилейным медалем представлены больше за 8,5 тысяч человек. Ушанование ветеранов проходит у школах, администрациях и сельских советах. Развитие лазерной хирургии, трансплантация роговицы. Эти задачи зараз вырашают витебские офтальмологи. Об чем еще и шла говорка на областном форуме специалистов по зроку, ведая Светлана Макаева. На диспансерном лику в области значится свыше 9 тысяч человек с проблемами зроку. С каждым годом эта лишба повеличивается, и все больше людей звертаются за допомогой до специалистов. Прооперировано в 2014 году более 2500 пациентов. В основном это хирургия фокоэмульсификации катаракты, которая проводится на современном оборудовании, с минимальной травматизацией глаза. Офтальмология Витебщины, как и всей Беларуси, она держится на таких основных, я бы сказал, серьезных принципах преемственности научных поколений. Офтальмологи владеют всеми теми же методами, которые все офтальмологи Беларуси. Игорь Пашкин, кандидат медицинских наук, признанный авторитет в галине офтальмологии, первым в республике 15 год тому провел операцию по бесшовной хирургии катаракты. На лику специалиста уже больше за 10 тысяч операций. Мы обладаем теми же возможностями, что и западная хирургия. У нас, к сожалению, зрелых катаракт больше. Пациенты слишком долго ждут, не идут на хирургию, и мы вынуждены испытывать определенные сложности в операционной для того, чтобы им помочь. Но если сравнить наши возможности и западные, они одинаковые, но ОПТ по лечению сложных случаев может быть даже у нас больше. Хвалю я офтальмологов по горшению зрока у детей. Эта проблема – плен цивилизации. На диспансерном лику в области значится 5,5 тысяч детей. На стационары что год лечится больше за 1500 маленьких пациентов. Патологии здесь разные, но дети с близорукостью тоже приходится нам
лечить их, потому что и спазмы аккомодации, и прогрессирующая миопия, вот делаем мы склероукрепляющие операции коллагеном. Вот это, ну, конечно, по показаниям, не всех. Ну и, конечно, тренировки, физиолечение, все это проходят наши детки, кроме того, что они проходят в поликлиниках на дневных стационарах. У первую чергу захование зроку детей залежит от уваги батьков. Деятельность офтальмологичной службы в области тычется как удосконаления методов диагностики, так и хирургичных, терапевтичных подходов для лечения захворывания вока. На это накированы высокие медицинские технологии. Мы планируем и дальше развивать фокоэмульсификацию катаракты, имплантировать премиум-линзы, такие как мультифокальные линзы, торические линзы для коррекции астигматизма. Будем развивать витриоретинальную хирургию, трансплантацию роговицы, а также лазерные методы лечения. Подчас конференции были окреслены комплексные подходы для развития офтальмологической службы в области. Светлана Макаева, Кирилл Кайсберг, новини Витебск. А зараз одним рядком про іншие новини региону. Приватное вытворчее унитарное предприемство «Полимерконструкция» признано лепшим резидентом свободной экономичной зоны Витебск по выниках 2014 года. Премии Урада Беларуси у галине якости присуджены 14 предприемствам, сярод их три предвинские, открытое акционерное товариство «Молоко и керамика», а так само Витебское вагонное депо. Директор Витебского областного музея Героя Советского Союза Миная Шмирова Ирина Шишкова стала переможцей республиканского конкурса «Жанчина года 2014». Ее отзначили в номинации за уклад у громадянское патриотичное выхование молоди. 110 тонн нелегального алкоголя на сумму 3 миллиарда рублей конфисковано на Витебщине с початку бягучего года. Основный поток контрабанды идет сбоку Российской Федерации. Спробы нелегально переправить сигареты проз белорусскую мяжу не спыняются. Только за два тыдня соковика витебские мытники затримали тутуневых выробов амаль на 88 миллионов рублей. Женщина, якая подманула больше за 20 жихаров Витебска, как минимум на 500 миллионов рублей, объявлена у вышек. Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области узбудило криминальную справу за махлярство у особливо буйных померах. Протягиваем выпуск. Выпаливание сухой растительности только за минулые выходные стало причиной трех пожаров. А усяго по области зафиксованы 58 выпадков подпалов травы. Усяно по этой причине у мясцовых коммунальников сгорело 15 кубометров дров, еще 40 пошкоджены огнем. Ратовникам спотребилось больше за годину, каб ликвидовать пожар. А у Шарковшинском районе за выпаливание сухой травы каля фермы сгорелся телятник. Супрацовники мясцового МНС эвакуировали с будинку 70 телят. Люди и живёлы не потерпели. А вот сама побудова значно пошкоджена огнем. Урон подлишивается. Нагадаем, выпаливание сухой растительности, смети и разведение вогнищу поблизу жилых и господарших побудов заборонено. За это предугледжена административная отказность от 10 до 40 базовых величинь. И у великим спорте есть место для маленьких сердца. У Витебску прошел доброчинный матч по мини-футболе помеж командой «Витен» и сборной территории футбола. Все заробленные сродки удельники сустречи передали у областный специализованный дом дитяти. Телерадиокомпания «Витебск» и «Радио Витебск» приняли самый непосредный удел у доброчинной акции. Подробности у Сергея Мисурагина. Футбол многим допомагает в жизни. Пригожая гульня с острой борьбой, вулканом эмоций здольны усім принести корысть. Керавництво Лиги мини-футбола областного центра вырешило порадовать болельщиков и одночасово допомогче выхованцам Витебского дома дитяти. Для этого и был организованный матч «Зорок» профессийных футболистов супроть аматоров. Ведущие диджеи «Радио Витебск» вельми хвалевались на початку встречи. Для девчат это был первый опыт работы на подобном мероприемстве. Не просто матч, это на самом деле чемпионат добрых сердец. Детцы добрых дел. И нам всегда приятно принимать участие в таких мероприятиях, потому что это лишний повод ни в коем случае не заявить о себе, а напомнить людям о том, что помогать легко и делать это обязательно нужно. Мы активно принимаем участие в таких мероприятиях схожих, оно не первое, но сегодня именно в мини-футбол оно особенное, не знаю, как мы себя проявим, но очень хочется верить, что и ребята, которые придут сегодня и будут играть, и болельщики, и мы сможем помочь маленьким деткам, которые нуждаются. Не меньше эмоций было и у организаторов доброчинного матча. Яны зробили все махчимое, каб их инициатива знайшла в отгук не только у спортсменов, а и у жыхароў областного центра.
со 100% уверенностью скажу, что мы перевыполнили план. Хотя плана никакого не было. Кто хотел, тот приносил, но все опасения куда-то улетучились. Действительно, много-много-много. Не знаю, сколько машин надо будет, чтобы это все вывезти. Безумовно, афішу гэтай сустрэчы зрабілі чэмпіёны і прызёры міні-футбольнага розыгрышу ігракі Вітэна. Прафесіяналы адразу падтрымалі ініцыятыву аматараў і падрыхтавалі добры падарунак для выхаванцаў дома дзіцяці. Ребята выразили огромное желание принять участие в этой акции, прежде всего потому, чтобы действительно помочь дому малютки. Это только первый раз мы проводим такую, очень считаю, во всех отношениях хорошую, позитивную акцию. Искренне верю, что и в дальнейшем будем принимать по мере возможности участие в таких благотворительных мероприятиях. У сборной территории футбола было несколько тыдняў, каб створить боездольный коллектив. Как выяснилось, аматоры вельми серьезно подошли до поединку. Яны першими добились поспеху, профессионалы обновили равновагу. И все же фортуна в этот день была на баку футболистов городской лиги футбола. Яны взяли верх с ликом 2-1. Але гэты выник никого не расшаровал. У выигрыша застались все. Для меня вообще открытие. Я никогда не была на соревнованиях по мини-футболу, но надо когда-то начинать. Вот. Ребятам огромное спасибо, все поучаствовали, отдали тепло своих сердец для наших детей. А для них это очень важно и жизненно необходимо. Удельники доброчинной сустрэчы выказали ожидание зарабить подобные матчи традиционными, как протягнуть оказывать допомогу тем, кто у ее саправды мая потребу. Сергей Мисурагин, Александр Приставка, Новини Витебск. Шаркаўшчынскі клуб народных майстроў і самадзейных мастакоў «Талака» сёлета ў чарговы раз пацвердзіў званне народнага. Выстава работ яго ўдзельнікаў з поспехам прайшла ў Віцебску. Зараз яна ладзіцца ў мясцовым доме народных рамёстваў. Тут адлюстраваны ўсе віды рамяства і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, уласцівае гэтым мясцінам. Спрадвеку на шаркаўшчынскай зямлі развіваліся ганчарства, ткацтва, разьба па дрэве. Таму прадстаўнікі народнага клуба «Талака» старанна захоўваюць працягваюць народныя традыцыі. Клуб існуе амаль чвэрць стагоддзя і аб'ядноўвае больш за тры дзясяткі майстроў, самому малодшаму 21 год, а старэйшаму 86, і спіс гэты пастаянна папаўняецца. Нядаўна сюды прыйшоў Яўген Ананіч, які вось ужо 11 гадоў займаецца разьбой па дрэве. Яго работы сёлета выстаўляюцца ўпершыню. Нечым было заняцца, я прыйшоў, мне знаёмы майстар тут работаў. Я да яго прыйшоў, ён навучыў мяне рэзаць. Саша Цітовіч. Хадзіў да яго, навучыўся патроху рэзаць. Ну і начаў патихонечку. То адно, то другое. Усё хацелася болей даць часу гэтаму. Праца, надо было работаць, грошы, сям'я, гэта мне ўсё не хватала. А тут ужо я вот прыйшоў дом рамёсел, ужо можна сказаць, и работать, и робишь то, что тебе нравится. Самая пожилая у нас женщина – это Лебедева Ирина Герасимовна. Она занимается решелье. Также у нас занимается Грунина Ирина Сергеевна. У нее идет вид деятельности – это вышивка и разработка национального костюма. Гончарство у нас очень традиционное, старинное. У нас занимается Ремдёнок Сергей Леонидович. Это гончарный дом в Германовичах. Вот, он также создает ляльку и льняную цацку, это идут свистульки. И на этом выпуск новин завершен. Я с вами развитываюсь. До встречи. У ближайшие сутки по области чекается маловоблачное надворье, опадков не прогнозуется. Ветер полночно-усходний 2,7 метров за секунду. Температура по ветра ночью 0-5, местами до -7, днем 8-13 тепла. У Витебску так само чекается маловоблачное надворье без опадков. Температура по ветра ночью -3,5, днем от 10 до 12 градусов со знаком плюс.